3 months ago, get a little reduction also. Not the company. The company was successful. We already have like this in our... Yeah, you can choose more, okay, not problem. Yeah, Ваня просто всей душой ненавидит туристические места. Но, блин, что я могу сделать, раз они такие красивые и такие популярные? И вот сейчас он не может никак отказать девочке, которая просит купить открыточку. Да, к сожалению, это есть. И чтобы увидеть какой-то шикарный, крутой, невероятный храм у подножья настоящего вулкана, тебе нужно пережить все круги ада, начиная от того, что заплатить за вход, заплатить за парковку, заплатить экскурсоводу, и потом еще отказывать или покупать у кучи-кучи людей всякое ненужное барахло. Но мы держимся. Позади меня вулкан Агунг, тот самый, который извергал лаву и пепел не так давно. И да, кстати, вот этот гигант сзади, который спрятался в облаках, это тот самый Агунг. Выглядит сейчас довольно безобидно, правда? Да, как обычная гора. И не подумаешь, что это вулкан, из-за которого было столько шума буквально пару месяцев назад. Смотрите, как мирно гуляют люди прямо у подножия вулкана. Бали стал для меня настоящим откровением, потому что такой красоты я никогда не видела. Посмотрите вокруг. Это очень красиво. Вот что-что, но не ожидала здесь увидеть елку. Елку настоящую, елку. Прям с елочным запахом. Прям Новый год какой-то. А вообще мы с Ваней из тех людей, которые могут проехать на скутере чуть ли не 100 километров в одну сторону и вернуться потом домой. Нам действительно очень нравятся поездки на скутере. И вот сейчас до храма, я не знаю, мы проехали, наверное, километров 50. И сама поездка, возможно, была даже интереснее, информативнее, чем посещение храма. И вот эта красота просто на каждом шагу в Убуде. Посмотрите, сколько зелени! На Бали очень много всевозможных кафешек, веганских, сыроедных, просто куча на любой вкус и цвет. Даже кафешки итальянской еды, владельцы которых реальные итальянцы. Но самый крутой и прикольный, как по мне, способ перекусить, он же является самым недорогим способом, это еда в местных ворунгах. Здесь еда стоит в разы дешевле, антураж в разы проще, персонал в разы проще. В основном это такие домашние места, где работают всей семьей на кухне, дети принимают заказы, разносят тарелки. Но нам очень нравятся такие места. Для меня самое главное, что в таких местах есть вот что. Больше ничего не надо. Да, Ваня любит именно цельные кокосы, он любит взаимодействовать с самим кокосом, взаимодействовать с природой и так далее. Ну, а я беру в основном что-нибудь такое. Это очень вкусно, но индонезийская еда, она тоже острая. Блин, почему вся азиатская еда такая острая? И да, мы проехали 100 километров на скутере, и это можно видеть по нашим лицам. И да, мы до сих пор не пользуемся солнцезащитными средствами. Ничему жизнь не учит.